Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. И сегодня мы говорим о страхе за здоровье, который постоянно присутствует в невротических расстройствах. Вы прекрасно знаете, что тысячи наших зрителей и моих клиентов постоянно пишут мне вопросы о своих страхах и озабоченности за то или иное состояние самочувствия. Они ходят по врачам, они обследуются. Врачи им не говорят ничего конкретного. Они говорят, у вас ВСД или у вас ничего страшного, но их сомнения остаются. Мы называем в медицине это ипохондрией. Так вот, сегодня о нескончаемом страхе за здоровье, нескончаемых обследованиях, тратах огромного количества денег на собственное здоровье, на обследование и так далее, мы и поговорим. Мы поговорим и о причинах, и о том, что происходит и что нужно делать. Большинство людей задают мне сотни вопросов. Алексей Юрьевич, а что этот симптом означает? Тахикардия, подъем давления, кишечник, ком в горле, экстрасистолы, состояние озноба, головокружение. Я могу перечислять огромное количество таких сомнений и огромное количество таких страхов. Я хочу сегодня вам коротко и ясно рассказать, что скрывается за этим и что надо делать, и в чем главная ваша ошибка. Первая главная ваша ошибка заключается в том, что вы считаете, что у вас есть какая-то болезнь, которая приводит к тем или иным феноменам в теле. А здесь я скажу сразу, если вы прошли многочисленные обследования, если вы прошли многочисленные результаты эндоскопических исследований, ультразвуков, электрокардиографии, томографов и так далее, и ничто не выявило серьезной патологии, какой-то конкретной болезни органа, надо понимать, что, скорее всего, мы говорим о функциональном состоянии вашего организма. Прежде всего, для вашего образования вам надо понимать, что те феномены, которые вы испытываете в вегетатике, те феномены, которые вы испытываете органически, не являются какой-то болезнью. Они являются функциональным проявлением эмоционального состояния. Так же, как вы идете на экзамен, или так же, как вы получаете какой-то хороший, интересный для вас подарок. Ваши эмоции будут реагировать, ваше тело будет реагировать определенным образом на тот эмоциональный фон, который происходит. Мои коллеги и мои клиенты часто делают одну большую ошибку. Они пытаются искать лекарства или искать ответы локально в каком-то теле. Например, если у них тахикардия или или повышенное давление, или экстрасистолы от невротического состояния, они пытаются искать в интернете ответы на вопросы, как работать с этим. Если у них кишечник, как работать с этим. Если у них зудит левая пятка, как работать с этим. Проще говоря, главная ошибка в том, что вы пытаетесь вот срезать вот локально этот симптом. Связано это поведение с тем, что вы с детства привыкли, что какая-то болезнь, например, грипп, имеет свои симптомы. Например, насморк или кашель. И вы привыкли лечить локально какой-то симптом. Например, вы капаете в нос, или, например, вы принимаете какое-то отхаркивающее средство. И ваша логика заключается в том, что если вы устраните кашель, то вам хорошо. Проблема невротика и ипохондрика заключается в том, что даже если случится так, что он как-то минимизирует какое-то органическое проявление, например, страх за сердце после многочисленных исследований, затем он переключится на что-то другое, а потом на третье, а потом на четвертое, а потом на пятое, и конца и края этому никогда не будет, только лишь потому, что вы пытаетесь догнать болезнь, как бы блуждая по организму. Вы пытаетесь искать ответы, как работать локально с какими-то точками в организме, которые никогда не закончатся. Почему? Потому что то функциональное состояние, которое происходит с вами, то многочисленное функциональное состояние, подпитанное постоянными сомнениями, постоянной тревогой, это последствия отголоска сильного внутреннего напряжения и сильной внутренней тревоги. Это связано с невротическим расстройством. Что это такое? Представьте себе бутылку шампанского, которую вы встряхи, вы открыли шампанское, вытащили пробку, заткнули пальцем и начали встряхивать. Как только давление в бутылке достигнет определенного момента и ваш палец
скажем так, даст слабину, начнется фонтан, брызг. Вот то же самое происходит и с вашим организмом. Вы, имея невротическое расстройство, сейчас мы об этом поговорим детально, должны понимать, что ваше тело будет проявлять эмоциональное расстройство по-разному. И бегать за этими точками абсолютно бесполезно, ища ответы в интернете, как бы вам справиться с этим. Плюс к этому вы еще подкрепляете постоянные сомнения. А вдруг недообследовали? А вдруг врачи ошиблись? А вдруг это не заметили? А вдруг болезнь убежала куда-то туда, и вы пытаетесь ее поймать? Так вот, эмоциональное невротическое расстройство обуславливается огромным напряжением внутри. Только не из-за того, что вы бегаете по организму, а из-за того, из-за чего оно привело, из-за чего оно изначально произошло. То есть сначала происходит какая-то эмоциональная обреакция ваших отношений, вашей жизни, ваших отношений в семье, в работе, с самим собой, с социумом, с окружающими, с партнером, с мальчиком, с девочкой, с мужем, с женой. Какие-то затяжные обстоятельства, какие-то обстоятельства, связанные с непринятыми решениями, какие-то обстоятельства чувства вины, чувства беспокойства, чувства того, что вы не можете принять решение. Все это создает то самое давление, которое начинает потом проявляться. Именно тревожность заставляет вас постоянно сомневаться в собственном здоровье. Я на себе это могу объяснить таким образом. Я недавно летал в Турцию, летал один. Я очень люблю один устраивать себе такие разные выходы из зоны комфорта для того, чтобы голова лучше соображала и лучше думала. Так вот, самое забавное, что я преподаю когнитивно-поведенческую терапию, аналитическую терапию уже много лет. И вот я помню, я еду в такси, в самолет, в аэропорт. И меня впереди ждет перелет в Турцию, поездка в отель, 12 дней одному в отеле. Это неопределенность и это определенное напряжение, так или иначе. Я лечу один, меня там никто не ждет. И я еду в такси, и я начинаю слышать, как во мне начинают гулять сомнения. А все ли я закрыл? А взял ли я это? А взял ли я то? Это абсолютно нормальные, без всяких перекосов сомнения, но я начинаю понимать, что они начинают крутиться у меня в голове. Из чего я делаю вывод, и вы то же самое можете заметить, и я вижу это по своим клиентам. Если у меня нету такого невротического состояния, а у меня все равно эти сомнения, напускай на уровне там 30-25, но они присутствуют. И я вспоминаю себя в 2006 году и вспоминаю своих клиентов, когда внутреннее напряжение и внутренняя тревожность очень высокая. Эти сомнения умножаются на краты, умножаются на 10. И то, что для меня в моей поездке казалось просто сомнениями, а взял ли я паспорт, взял ли я билеты, а взял ли я там не знаю, там плавки, там еще что-то. У моих клиентов умножается это в разы. Так формируются постоянные сомнения. Вот я хочу, чтобы вы еще раз это поняли. Когда человек находится в постоянном состоянии эмоционального напряжения по каким-то нерешенным невротическим вопросам, он постоянно начинает генерировать сомнения, потому что внутренняя тревога должна куда-то выйти. То есть, если хотите по-простому, ипохондрия и постоянные сомнения и проявления – физиологические, это последствия постоянной внутренней тревоги, которая должна куда-то материализоваться или прикрепиться. Проще говоря, внутренняя тревога не может просто блуждать по организму, она должна за что-то быть зацеплена и куда-то расходовать вашу энергию. Именно поэтому вы постоянно в невротическом расстройстве переутомлены, потому что вы постоянно сомневаетесь. То есть внутренняя тревожность по какому-то конкретному обстоятельству, которое вы не осознаете чаще всего, начинает выходить в нелепые сомнения. Именно поэтому вы говорите: «Блин, Алексей, что за фигня? Много лет назад, да мне вообще было пофигу на это, мне вообще было по барабану на таблетки, на какие-то аллергии, на какие-то сердца, вообще об этом не думала, я делала такие дела, от которых, ну, вообще я не задумывалась, а сейчас банальный прием какого-то лекарства или банальная поездка вызывает у меня столько сомнений, что я часто не еду, не принимаю или еще что-то бездействую». Так этим и обусловлено последствия невротического расстройства. И я подытожу эту часть.
Чем сильнее уровень вашего внутреннего невротического состояния, тем сильнее ваши сомнения. Причем они могут экстраполироваться как на физиологию, так и на какие-то перспективы. Например, вы можете цепляться за состояние организма, за которое раньше не цеплялись. Вы можете цепляться за те сомнения, за которые раньше не цеплялись. Почему? Потому что раньше уровень напряжения у вас был 30-40, а сегодня ваш уровень внутреннего напряжения 80-90. Вот именно эта разница и заставляет чувствовать вот эту разницу в сомнениях. Понимаете, о чем я? Так вот, ошибка заключается в том, что вы пытаетесь работать с этими сомнениями, пытаясь найти того врача, кто вам точно скажет, что вот с сердцем все хорошо, с кишечником все хорошо, онкологии нету, рака нету, этого нету, этого нету, а вы не успокаиваетесь. Почему? Потому что это все равно будет проявляться. Уровень напряжения внутренний не заканчивается, а вы пытаетесь бить как бы по верхушкам. Поэтому, чтобы справиться с постоянным страхом за здоровье, если он у вас есть, если вы постоянно сомневаетесь, вам надо четко себе ответить, что эти сомнения и это беспокойство – это последствия внутреннего напряжения. Надо работать с самим внутренним невротическим состоянием. Здесь я могу вам порекомендовать делать такую интересную штуку. Она помогает нашим клиентам и нашим зрителям. Вспомните свой период жизни, когда вы не сомневались за это состояние здоровья и не сомневались и не искали постоянной болезни. А потом вспомните тот период жизни, когда это началось. Вы увидите, что на самом деле произошел какой-то переход от одного вашего эмоционального состояния в другое. Вот эта точка перехода с изучением примерно 3-4 месяцев до, ну, предположим, вы мне говорите, я стала очень сильно тревожиться и сомневаться за это 1 января, предположим. Я говорю, окей, хорошо, а что, как ты чувствовала себя еще, скажем, там, сентябрь, октябрь, ноябрь? Было все неплохо. Я говорю, хорошо, а расскажи, что происходило у тебя в сентябре, в октябре, в ноябре и в декабре. И мы начинаем в диалоге понимать, что вот в этом периоде начинали происходить какие-то обстоятельства в жизни. Что-то по учебе, что-то еще где-то. Где-то какие-то решения в личной жизни, где-то какие-то решения по работе. В общем, там начинают появляться те пласты, которые на самом деле и создавали это напряжение. И к концу года, например, к концу декабря, эта точка кульминации напряжения достигла своего апогея. И она не заканчивается на самом деле. То есть ипохондрия или постоянные сомнения – это проявление высшей точки внутреннего беспокойства, только не за здоровье, а за какие-то обстоятельства. Ну, проще говоря, если мои клиенты постоянно, вот такую метафору можно привести, они уперты в интернет, как вылечиться от ВСД, как это, как это, как это, и это вызывает у них отдельную независимую тревогу, то на самом деле надо просто порой подойти и посмотреть. Вот я это называю техникой «избушка на курьих ножках». Надо просто избушку повернуть в реальность жизни. Ваша тревога внутренняя будет пытаться вас увести от реальности жизни, а вдруг сердце, а вдруг кишечник, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это, как сублимация. Но на самом деле терапия заключается в том, что вам надо научиться не туда пытаться найти решение, а повернуться лицом к передам к реальной жизни. Муж, жена, дети, работа, карьера, успех, социальная активность, комплекс неполноценности, качество вашей личности, требования к себе, требования к окружающим. Там много факторов. И вот когда у нас получается оторвать клиента от постоянных сомнений за здоровье и начать размышлять над тем, что происходило в ноябре, в декабре в твоей жизни до начала этой тревожности, вот тут пациент начинает потихонечку прозревать и понимать, что да, он находится на самом деле в состоянии, где он постоянно не может принять решение в какой-то локальной сфере, или он постоянно требует от себя слишком многого. Здесь же мои клиенты, которые это знают, есть очень интересный феномен, он называется вторичная функция симптома. Я об этом уже говорил. Когда у вас поднимается очень внутреннее напряжение по поводу вот этих обстоятельств жизни, ваш организм прекрасно понимает, что это бессознательный процесс, и вы часто не осознаете этого, либо не придаете этому значения. И ваш организм пытается от болезненных решений, от болезненных обстоятельств, от болезненного воспринятия ситуации переключить вас на что-то более простое. Ну, например, почему кардиофобия является очень частой в терапии? Страх за сердце.
пульс, давление, измерение, контроль, ЭКГ постоянные. Потому что очень просто понимать ситуацию, что у меня что-то не так с сердцем. Оно же стучит, оно как-то стучит не так, а чего-то. И вы полностью ментально уходите в сердце. Или вы полностью ментально уходите в перебор каких-то заболеваний. Это очень просто с точки зрения психологии. Вы туда сливаете энергию и тревогу. Потому что, предположим, у этого самого пациента есть нерешенный вопрос с близким человеком. Он не может принять решение, то ли уйти, то ли остаться, то ли так поступить, то ли так поступить. Как же лучше? А если так поступлю, они обидятся. Если так поступлю, не факт, что получится. А если так? И вот это вот невозможно решать человеку, потому что половина не осознает, половина боится. И вот тут его организм начнет переводить в сторону, откладывая принятие решения в тех сферах жизни, которые являются важными, потому что какое решение он не знает. Вот я хочу, чтобы вы это помнили. Поэтому тонны писем, которые вы пишете по поводу, а вот расскажите про этот симптом, расскажите про этот симптом, расскажите про этот симптом. Ребята, рассказывать про эти симптомы чаще всего вам не принесут никакого облегчения. Ну, локально я вам расскажу. Я вам даю 100%, что через 2-3 дня вы либо начнете задавать его повторно со словами, а может я что не так понял, либо вы просто переключитесь на что-то другое. Поэтому вы должны понять, что если есть такая ипохондрическая штучка, если есть такая история постоянного сомнения, вы от чего-то убегаете. В медицине это называется уход в болезнь, только в мнимую болезнь, уход в мысли, а вдруг это, а вдруг это, а вдруг это. Потому что вот здесь на самом деле возникают нерешенные вопросы. Поэтому повернуть ваше сознание в область реальных отношений, в область реальной работы есть задача вашего консультанта, а не просто пытаться вам постоянно рассказывать, что сердце вы не умрете, кишечник так работает, вот я хочу, чтобы вы это поняли. Поэтому посмотрите ролики канала Невроза Мегаполиса, там очень много информации будет и локально по симптомах, и уже есть огромное количество видео, не поленитесь. 21 и 22 октября у нас будет очень большой вебинар, посвященный огромному пласту терапии. Двухдневный онлайн-вебинар. Вы можете присутствовать из любой точки мира. А 28 и 29 октября в Москве я проведу двухдневный семинар «Живой» в одном из институтов нашей столицы. В 16 часов, 2 дня подряд, будет большой интенсив. Об этом всем смотрите на сайте Безневроза ТВ. Ну а сегодняшнюю лекцию я подытожу. Страх за здоровье и постоянные сомнения – это всего лишь навсего проявление внутреннего напряжения. Пытаться найти лекарство от разных проявлений абсолютно бесполезно. Надо понимать, от чего я убегаю в эти сомнения. Чаще всего вы либо откладываете принятие важных решений, поскольку их не осознаете, либо вы откладываете принятие решений, потому что вы не знаете, какое решение принять, либо вы пытаетесь обратить на себя внимание таким образом значимых людей, ну, например, они не придают вам такого внимания и такой важности, а вам так важно, чтобы они вас увидели, и начинается вот это, а может у меня это, а может у меня это, а может у меня это, чтобы мама, папа, муж, жена наконец-то вас увидели. Либо вы просто-напросто перекладываете ответственность на якобы я сейчас поболею, а вот потом, когда выздоровлю, начну, потому что вы не начнете, потому что там есть какие-то механизмы, которые мешают вам начать. Занимайтесь своей психотерапией, занимайтесь своим консультированием, не уходите в постоянную интернет беготню за лекарством или таблеткой от тех или иных вегетативных состояний. Вы можете погрязнуть в этом надолго. Самая большая пагубность невроза и вегетососудистой дистонии заключается не в смерти и не в том, что это приводит к болезням. Это не приводит ни к болезням, не приводит ни к сумасшествию, ни к чему. Миллионы людей с этим сталкиваются. Где эти болезни, где эти трупы, где это сумасшествие? Этого нету. Единственное, чем опасна ипохондрия, тем, что вы теряете время. Вы просто теряете время, откладывая вот этот вот перенос вот в эти вот сомнения, и время огромное идет. Второе, чем опасно, вы просто-напросто можете инвалидизировать свою жизнь, прикрепив туда агорафобию, я не пойду туда, вдруг я там умру, а это у меня это, и вы будете превращаться в овощи, который передвигается с тонометром, с таблетками, с аптечкой, постоянно сомневается, постоянно в напряжении, это формирует вторичную депрессию, и вот этим опасны неврозы.
Я надеюсь, вы сегодня поняли, что постоянный страх, сомнения за здоровье и постоянное обследование – это не решение вопроса. Траты огромное количество денег по поводу, а вдруг все-таки что не нашли, а вдруг что не нашли – это помимо еще откладывания времени и потери его, это еще потеря денег. Лучше вы эти деньги смогли бы инвестировать в грамотную хорошую психотерапию, нежели 33-й раз делать колоноскопии, 81-й раз делать ЭКГ, 33-й раз проглотить какой-нибудь гастроскоп и еще там 800-й раз сделать ультразвуки и сдать еще 25-й литр крови. Не найдут ничего. Так работает отражение психической эмоциональной тревожности. Услышьте меня и будьте здоровыми. До встречи.